Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги. Сегодня будем смотреть матч двух динамовских команд. В Риге встречаются латвийская «Динамо» и московская «Динамо» под российским флагом. Вадим Шипачев. Московский «Динамовцы» шайбу себе забрали. Кагарлицкий. Поперечная передача. Тарасов пытается замкнуть. Ну и полет с Моисеевым и Кулеминым. Вот четвертое звено московского «Динамо». Хорошее подключение. По-моему, Илья Никулин бросал сейчас. Который ввел шайбу в зону на площадке. Здесь продолжает играть Мэттью Майоне. Самый результативный защитник этой команды. 34 очка у Мэттью Майоне. Гол! Вот она и, пожалуйста. Она там! Она там! Ее подправляет Андрис Джеринч. Мне тоже показалось, что шайба изменила направление после броска Мэттью Майоне. Вот так вот рижане себе просто-напросто из ничего получают отличный шанс забросить шайбу, успокоить московское «Динамо». И этим шансом великолепно пользуются. Смысл, ну, порушил немножко игру, но играть-то еще достаточно, так что, в принципе, можно оправиться, и московский «Динамо» попытается это сделать. Шипачев, опасно, шайба в сетке ворот, 1-1. Вот такой вот сольный проход Шипачева приводит к тому, что шайба оказывается в сетке. Шипачев, 14-я заброшенная шайба, 47 набранных очков. Достаточно быстро динамовцы отыгрываются, чему Владимир Крикунов, я думаю, будет не сказан. И первая шайба влетела в сетку ворот на 5-й минуте. А на 6-й, почти по ее истечению, отличился Шипачев. Уже «Динамо» ведет 2-1. Вот так вот, пожалуйста, бело-голубые наращивают свой перевес. И это уже звено Микса Индрашеса принимает поздравления. Вот так вот, пока мы тут разбирались со второй шайбой. Опасно! Хороший проход был, не хуже Шипачева. Степанов. Мелькали у вас, мне кажется, сейчас на экранах, как и, по-моему, Виталий Еремеев. Еще один опасный бросок от динамовцев. Это уже Прибыльский. 18 лет всего. Ищет, кому бы отдать. Динамовцы уже сгруппировались на собственном пятачке. Так, Миронов вышел на лед, Шипачев провел силовой прием, гол, вот так вот, 2-2. И это, между прочим, Алишаускас забрасывает свою вторую шайбу в этом сезоне. 5 набранных очков. Да, казалось бы, динамовцы уже заняли позиции в обороне. Шайба у динамовцев. Миронов. Брюквин здесь на пятаке. Передачу получает. Моментальный бросок от Брюквина. Хорошо прошла эта комбинация. Сильный бросок. Это обычно в большинстве бросок, после которого шайба вылетает в нейтральную зону. Майоне снова. Это опасно. Передача. Попытка добить штангу. Шайба попадает после добивания. Здесь Дарженс переправлял шайбу. Да, она попала в штангу. Это мы видели. И опять выигрывает вбрасывание рижане Майоне. Оставляет шайбу Дарзиншу. Видели Майоне. Гол. Вот вам и пожалуйста. Майоне. Первая шайба с 5 декабря. Прерывает свою сухую серию, которая составляла 5 игр. Губят удаление, конечно, московских динамовцев. Не все, конечно, оправданы. Не все, как считают в штабе Крикунова, оправданы удаления. Но факт остается фактом. 3-2 впереди рижская «Динамо». Майоне. Проигрывать вбрасывание. 12-5 в пользу рижан. Сейчас будет 13-5. Разладилась игра на точке. Ух, как шайба отскакивает в сетку ворот от латвийского игрока, который был на пятаке. Туда просто последовал наброс. И шайба от Колтона Гиллиса, по-моему, заходит в сетку. 4-2. Колтон Гиллис. Первая заброшенная шайба в этом сезоне. 3 набранных. Конечно, не было. Колтон Гиллис принимает поздравления всей команды с первой заброшенной шайбой в этом сезоне. 4-2. Итак, продолжаем следить за встречей в Риге.
Опасный момент сейчас. Ошибка была в обороне у динамовцев. Гол! Линус Видель принимает поздравления. Одна грубая ошибка у московского «Динамо» в третьем периоде. И уже разрыв. Три шайбы. И теперь это уже заявка на победу в основное время. Совершенно ничего в третьем периоде у «Динамо» не получается. Впрочем, как и во втором. Слишком много удалений. Удаления закончились, но и «Динамо» не играет из Риги активно, чтобы эти удаления зарабатывать. Линус Видель. Половина периода. Но для этого надо шайбы забрасывать и почаще беспокоить Белялова. Он почти без работы в третьем периоде. Вот только сейчас, когда пошло большинство, наконец-таки у него работа появилась. Опасный момент. И где шайба? Шайба в сетке ворот. Тарасова поздравляет. 5-3. Итак, Тарасова... Шестером играет «Динамо», кстати. С пустыми воротами. Микс Индрашес вышел на лед. Опасно! Шайба в сетке. 5-4. Итак, Горлицкий тоже продлевает свою результативную серию до 7 матчей. 19-я шайба у Горлицкого. Снова Макмиллан вбрасывание проигрывает. Иетанин через паузу мимо Дартинша, где шайба под Белялловым. Ну вот теперь наконец-таки удастся и рижанам сменить свой состав. Теперь уже никакого проброса у московского «Динамо». Иетанин, передача вперед. Из-за шума здесь ничего не слышно. Гинцмея сбивает Микса Индрашеса. И все. Рижская «Динамо» побеждает в этом матче со счетом 5-4 в основное время. Действительно, победа, которую по-настоящему можно отпраздновать. Поскольку очень ярким получился этот матч.